Привет, зритель, ставим лайк и поехали. Интересно, догадывались ли 21-летний Арнольд Шварценеггер, переезжая в США и не имея ничего за душой, что ему предстоит сыграть одну из самых культовых ролей в истории, а его имя станет нарицательным. Успешный актер, культурист и даже политик, можно сказать, что Арни удалось воплотить американскую мечту. Его политическая карьера не менее интересна, чем актерская. Актер сумел стать губернатором штата Калифорния и даже переизбраться на второй срок, несмотря на свои республиканские взгляды, которые в штате мало кто разделяет. Не последнюю роль в этом сыграла его бывшая жена, наследница клана Кеннеди Мария Шрайвер. Несмотря на запреты отца, Арни постоянно качался, вставал на час раньше и занимался с самодельной штангой. Результатом его усилий стал титул «Мисс Вселенная» уже в 20 лет. Но спустя год он эмигрирует в Штаты, поскольку искал место, где ценят индивидуальные заслуги, а не коллективные. Уже в 1970 году Шварценеггер – лучший бодибилдер мира с кучей наград, но все еще мигрант. Тогда, по примеру своих коллег, он подается в Голливуд. Арни приходилось играть горы мышц с жутким акцентом, как его называли в прессе, но его это мало цепляло. Само собой, такой парень пользовался огромной популярностью у девушек. Его первой избранницей стала Барбара Бейкер. Они прожили вместе 5 лет и расстались друзьями. Девушка хотела спокойной семейной жизни, к которой Шварценеггер еще не был готов. В 1976 году на благотворительном теннисном турнире он встретил племянницу Джона Кеннеди Марию Шрайвер. Воспитанная и интеллигентная молодая девушка была шокирована неуклюжим и довольно грубым комплиментом Арни по поводу ее фигуры. «Арнольд поразил меня не только своей фигурой, он был независимый, свободный и одинокий. Я же всегда была лишь одной из Кеннеди», — говорила потом она. Несмотря на все протесты родственников, не понимающих, зачем образованной, многообещающей девушке выходить за актеришку, у которого за спиной лишь парочка посредственных блокбастеров. Пара поженилась в 1986 году. У пары родилось двое дочерей и двое сыновей. Их воспитанием занималась по большей части сама Мария. Стоит признать, что Арни не был примерным семьянином, но жена дипломатично закрывала глаза на его интрижки. Она считала, что их союз прочнее всего этого. В 56 лет актер объявил о завершении карьеры и планах на губернаторское кресло. Скорее всего, если не Мария, из его компании не получилось бы ровным счетом ничего. Будучи одной из Кеннеди, Мария точно знала, что нужно делать. «Неужели вы думаете, что я стала бы столько лет жить с негодяем? Мой муж хороший человек, прошу вас поверить мне. И прежде всего я уважаю своего мужа мужчину». Такие слова звучали в ее выступлении. В 2003 году он выиграл выборы и, лишь сложив в себя полномочия в 2011 году, он столкнулся дома с разъяренной Марией, которой больше не нужно было притворяться. В особняке с ними жила горничная с сыном, который, как заметила Шрайвер, был чертовски похож на ее мужа. После откровенного разговора Милдред Баэна горничная призналась, что сын от Шварценеггера. Это было в 2005 году. Тогда Мария смолчала, но после окончания губернаторского срока не было причин и дальше делать вид, что все хорошо. В том же 2011 году пара сразу развелась. Стоит отметить, что сына Арни признал и купил ему с матерью отдельный дом. О своем разрушенном браке он сожалел неоднократно. «Я причинил огромную боль Марии и своим детям, и мне некого винить, кроме самого себя. Мария всегда была не фантастической женой, и я разрушил своими руками то, что ценил и чем дорожил больше всего на свете», – часто говорил он в различных интервью. Всем стало очевидно, что брак, который начинался как настоящая сказка, довольно быстро перерос в политический альянс. Глядя на эту историю, понимая, что кровь клана Кеннеди – это не просто слова, а Мария – достойная их наследница. Спустя годы после развода они время от времени не собирается на больших праздниках ради детей. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал «Новости в мире».